Подразделение технического обеспечения объединения на данном направлении выполняет весь спектр задач технического обеспечения, возложенный на нас. Это и эвакуация как своей техники, так и трофейной, ремонт ее, возвращение в строй. Также подразделения технического обеспечения выполняют задачи по восполнению запасов ракет, боеприпасов для соединения частей объединения, что позволяет успешно соединениям и частям решать поставленные задачи. Все работы проводятся на полевой базе ввиду отсутствия условий по работам стационарных. Трудоемкость, конечно, во многом возрастает, но с помощью специализированных мастерских грузоподъемного оборудования мы имеем эту возможность выполнять весь спектр ремонтных работ, как среднего, так и текущего ремонта, а также оказание помощи экипажам в наиболее трудоемких работах. Техника на сборном пункте поврежденных машин объединения находится до 2-3 дней. Техника с наименьшим ремонтом, это замена двигателя, к примеру, находится от 8 до 10 часов. Подразделения, ремонтные подразделения выполняют работы по замене двигателя и отправке образцов в боевые порядки своих частей.